Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы поговорим о доступе к информации. Опять-таки, очень важная тема. Тема почему важная? Потому что на тему доступа к информации существует очень много бреда. Вот смотрите, человек, например, очень хочет развить ясновидение и брать информацию через этот канал. Он сегодня доминирует вот в желаниях общества, да, причем он доминирует последние 20 лет, если вы вспомните методики, которые прокачивались, даже специально называлось инфовидение, метод Бронникова, развитие ясновидения, там и так далее. И везде вставлялось видение, потому что предполагалось, что по визуальному каналу человек будет получать самую-самую объективную информацию. Мы же привыкли мир объективный, да, видеть глазами, да, и нам хочется точно так же по доминанте получать эту информацию и в более тонком плане. Но мы при этом забываем, что когда мы взаимодействуем с миром объективным, мы взаимодействуем по пяти каналам. Да, по пяти каналам информационным, а у нас здесь присутствуют и обоняние, и осязание, и вкус, и слух, и зрение, да, еще и вестибулярный аппарат, то есть еще и наш гироскоп работает. Поэтому когда мы вдруг выделяем один канал и делаем на него акцент, и дальше просто тупо тренируем упражнения для его развития, оно, конечно, здорово. Если человек может для себя объяснить его необходимость, то, наверное, он у него и разовьется. То есть, во всяком случае, например, для тотально слепого человека развитие канала, вот именно восприятия в виде видения, было бы здоровским, но и там есть свои особенности. Например, если человек не имел набранную при жизни систему образов, да, после рождения, то есть у него не было зрения, например, родился он таким, да, то он тоже будет взаимодействовать с окружающим миром информационно. Эта система образов ему в мозг не упадет вот просто так, да, она должна была быть набрана. То есть наш мозг все равно оперативно будет работать с той системой образов, с той картотекой, которая уже у нас за жизнь там набрано. И поэтому зачастую какие-то картины из прошлых жизней, которые нам выходят из подсознания, они интерпретируются в картины, те, которые мы проживали, либо видели в фильмах, либо-либо. То есть мы уже в этой жизни можем их моделировать, и они привязаны к этой объективной реальности. Таким образом работает видение, таким образом работает мозг, и таким образом поступает к нам информация. Но дело в том, что когда мы говорим об информационных доступах к информации, смотрите, мы смотрим на мир через призму нашей системы ценностей, через наше зеркало. Да? Более того, этот вот мир, он является отражением нас. Да, наших программ, убеждений, то, с чем нам работать, наших каких-то внутренних движений, да, наших инстинктов, наших реакций, всего того, что у нас записано в нашем физическом теле, в нашем мозге, в наших тонких полях. Так вот, когда мы понимаем, что вот этот мир – отражение нас, то, соответственно, видим мы вот это отражение через призму себя, да? Для того, чтобы человеку было совсем просто, да, для тех, кому вот сейчас я сказала, и для них это звучит как куча слов, не содержащая информации. Представьте, вот есть вы, есть ваше биополе. Так вот, вас и внешний мир разделяет ваше биополе. И в вашем биополе содержится очень много информации. И вот если это биополе содержит много такой мутной информации, то, соответственно, вы видите мир через муть. Звучит весело, да? Но на самом деле образ достаточно приемлемый. И вот вы же и воспринимаете тогда информацию через муть. Вы смотрите, и вам кажется, что человек там стоит в грязной одежде. А может, это не одежда грязная? Может, это ваше зеркало мутное? Имеет смысл задуматься? Имеет смысл задуматься. Когда мы говорим о доступах к информации, о том, чтобы информация была объективной, имеет смысл вот это зеркало почистить. Понимаете, чем больше вы расчищаете свое зеркало, да, потому что этот мир – продукт вашей психики, он находится в вашем сознании. Если выключить вас, то для вас этого мира не будет существовать. Да? И таким образом, когда человек говорит, я там такой хороший, а вот этот мир вот такой,
да, и переносит ответственность на мир. Ну, у нас же это принято так нормально взаимодействовать. Вот, господа, мир, он просто зеркало. А все, что происходит, оно в вас. И работать надо не с кем-то, лечить не кого-то, учить не кого-то, а все внутри нас, внутри, да? И когда вот приходишь к этому, то понимаешь, и доступ к информации, он тоже внутри нас. И нам никто его не открывает, мы сами его себе открываем. Вот протерли зеркало, все видно. И тогда мы имеем информацию. И когда мы понимаем, вот, что для того, чтобы иметь информацию объективную, то, конечно, лучше, чтобы у нас было 5 каналов поступления, да, 6. Либо же, когда мы понимаем уже, как это все работает, и что весь мир формируется в нашей психике, мы понимаем, если мы хотим иметь уровень доступа выше к информации, да, объективнее, качественнее, то и, или к более сложной информации, то и движение надо начинать с себя. Мы прочищаем свое зеркало. Как чистить зеркало? Первично, что мешает человеку получить какой-то уровень доступа, да, это наше эмоциональное включение. Понимаете, любое эмоциональное включение, оно выводит нас из нашего внутреннего мира и субъективного восприятия. То есть, грубо говоря, когда вы включены в наружное, да, когда вы там стоите рядом с этим человеком, которого вы видите, да, то и играете, и разговариваете с ним, и общаетесь, там, взаимодействуете, то работать с внутренними какими-то аспектами уже нереально сложно. Да? Надо вернуться в себя, надо вернуться в баланс, надо вернуться в гармонию. И когда вы возвращаете себя в свой внутренний мир и четко осознаете, что здесь и сейчас вся ответственность внутри, весь мир внутри, все внутри, вы начинаете работать. У вас отсутствует эмоциональное включение. То есть у вас нету того, что вас выдергивает наружу. И видите, когда мы говорим об этом аспекте, то становится очевидным, что нас выдергивает наружу. Поругался с мужем, включение, конфликт на работе, включение, любовь, включение, пришла весна, секса хочется взаимодействия, включение, таких включений миллион. Да? Любое включение выдергивает вас в игру под названием «Жизнь». Мы за день включаемся десятки раз, но иногда имеет смысл погрузиться в себя и отключиться. Тогда мы входим в ресурсное состояние психики, они достаточно оздоровительные, они целебные, они полезны для нас. А вот. Но есть включения, от которых нам очень трудно избавиться. Для этого надо решить коренным образом проблему. Например, очень многие люди, вот с кем я встречалась в Шри-Ланке, в Индии, там, в других странах, встречаешь русских, которые уехали, и они ищут себя. И они называют это духовным путем. На самом деле человек столкнулся с проблемой у себя в стране, да, и не решил ее, не захотел решать. Иногда это бывает проблема сердечная, да, отношения, любовь, морковь, измена, все. Иногда это бывает проблема по работе, не смог реализоваться, не смог найти себя. Иногда. И вот когда идут вот эти доминирующие проблемы, но эти же проблемы, они же не снаружи. Они же сформированы вашим подсознанием с целью, чтобы вы их решили. И пока вы от них бегаете, ничего не происходит, да? Того, что надо по движению вперед. Нету духовного развития, нету доступа к информации. Зеркало мутное. Понимаете? Вы смотрите через муть. И вы ищете решение снаружи, а его надо найти внутри. Все решения находятся у нас внутри. Так вот, когда мы начинаем работать, первое, с чем мы взаимодействуем, это с выключением эмоциональных привязок. Эмоциональные привязки мы выключаем либо через решение проблем, да, когда мы находим выходы и успокаиваемся. Да. И второй вариант эмоциональных привязок, как мы решаем, мы меняем нашу систему реагирования, наши инстинктивные реакции. И вот здесь, господа, если вы скажете, что вы можете это все решить сами, да, то я вам мужественно пожму вашу руку. Все-таки я за то, чтобы в окружении были люди, с кем эти проблемы имеют смысл проговаривать доверительно и решать вместе. Либо обучиться вместе, либо выбрать какого-то экстрасенса, психолога, сенсейт-психолога и так далее. Но есть моменты работы с рептильным мозгом, с инстинктивными реакциями, где все-таки перепрописывание осуществляется наилучшим образом,
наше реагирование, наше эмоциональное включение через работу с другим человеком. Вот. Но ограничений ставить не буду, можно и сам. Опять-таки, тот эмоциональный спам, который у нас накопился, непрощенные обиды, чувство вины, гнобление, все, что касается, берете шкалу Хокинса, и если у вас вот эта вот нижняя часть до любви откликается в теле какими-то ситуациями и какими-то старыми воспоминаниями, не заархивированными, значит, извлекаете оттуда осознание, зачем вам была дана эта ситуация, извлекаете вторичную выгоду, что она вам решала, какую выгоду она вам давала, да, и закрываете ее, отправляете в архив. И это дело вы, опять-таки, либо прорабатываете сами, либо с другим человеком. И таким образом получается, что вы почистили эмоциональный свой план. Когда вы эмоциональный план почистили, вы заметите, что у вас состояние поменяется. Вдруг окружающий мир станет добрым, ласковым, наполненным энергией, наполненным любовью, потому что он действительно сотворен Богом в любви. И базовое состояние всего окружающего мира, который находится вокруг нас, это радость. Да? И, соответственно, когда мы убираем наш эмоциональный спам, да, у нас получается, что мы приходим к этим состояниям как к базовым. Мы тоже научаемся радоваться. У нас радость становится базовым состоянием. Базовое состояние, спокойная радость, не эмоциональная радость, но она просто настолько комфортная. И понимаете, вот эти все вещи ведут к тому, что мы учимся параллельно принимать мир божественный таким, какой он есть. Да, мы признаем, что он есть. Да, мы признаем, что этот человек имеет право курить. А этот человек мы признаем, что имеет право пить. А этот человек мы признаем, что он имеет право изменять. А этот человек имеет право вот так ездить. А этот имеет право себя вот так проявлять. Но это не значит, что мы выбираем такое поведение, например, для себя. Да? Мы признали за ним это право. И вы заметите, как только вы признали что-то за человеком, вы приняли его таким, каким он есть. И он вдруг начинает меняться. Он вдруг начинает реагировать по-другому на вас. Ваше взаимодействие поменялось. А ваше взаимодействие поменялось не потому, что он изменился, а потому, что вы изменились. Вы изменились, вы признали, вы убрали зацеп за эту ситуацию. И ваше бессознательное говорит, все, завершена ситуация, отработана, убираем. И все получается по-другому. Событийный ряд идет другой. И есть ключевые моменты, когда у вас это становится нормой поведенческой. И тогда вам раз и открывается другая информация. Раз и открывается другая информация. И каждый раз доступ информации становится шире и к более глобальной информации. Да? Вот уровень доступа. Его не надо получать у гуру в седьмом колене. Его не надо искать за 3-9 земель. Его можно открыть в себе. Понимаете? Так просто. Это все открывается внутри нас. Мы всего лишь прорабатываем эмоции, прорабатываем включение, прорабатываем ситуации. Смотрите, когда я говорю прорабатываем, это предполагает зачастую действие. И действие может быть, с одной стороны, обратиться к другому человеку, это тоже действие, да, за помощью, чтобы вместе поработать. А действие может быть, чтобы совершить поступок. Вы там не разговаривали миллион лет с отцом, на которого обиделись когда-то. Возьмите, снимите трубку, позвоните, проявите силу. Вас не устраивает, что рядом с вами муж-алкоголик? Подождите, возьмите, вас же не устраивает. Проявите силу, начните работать с психотерапевтом, потому что у вас же созависимые отношения. Это же его реакция на вас. Вы прорабатываете себя, и вы видите, меняется отношение его к вам. Либо эти отношения распадаются, либо ему вдруг хочется вылечиться и так далее. И ситуаций очень много, и они все очень разнообразные. И так вот получается, почему я говорю, потому что на сегодняшний день ко мне идут звонки и звонят за помощью люди, которые находятся, основная масса, в созависимых отношениях, но они тянут лечиться своих близких, они сами не хотят работать. А работать надо с вами. Вы находитесь рядом с онкологическим больным. Онкологически больной очень редко, когда снимает трубку и просит о помощи. Но его близкие звонят, просят, интересуются, что-то пытаются достучаться, что-то пытаются сделать. А сам человек, вы начните с себя. Весь мир в вас. И этот человек близкий в вас. Это продукт вашей психики. Понимаете? Потому что до тех пор, пока вы не осознаете, что вы смотрите фильм, этот фильм формируется в вашем мозге. В вашем мозге. И снимается Богом.
да? И если выключится ваш телевизор, просто экран погаснет. И мир этот мир, да, он уже не будет существовать для вас. Понимаете? А то, что в нем проявилось, это проявилось для вас. Это Бог снял для вас индивидуально. И нету двух одинаковых фильмов. Все фильмы абсолютно разные. И даже если хотите, подумайте на тему, живете вы в одном там многоквартирном доме. Пообщайтесь с людьми. У вас, у каждого своя реальность. Вы вроде бы живете в мире, который достраивает ваш мозг, достраивает улицу, достраивает дома, достраивает машины, достраивает. Но вот здесь и сейчас, в моменте здесь и сейчас есть ограниченное пространство. И в этом пространстве имеются ограниченные люди для взаимодействия, ограниченные предметы и так далее. Вот это ваша реальность, да? А то, что достраивает, это чужая реальность, которая не существует на данный момент, который разрушится вместе с выключением компьютера. Я пока остановлюсь, потому что понимаю, что если еще сделать следующий шаг вовнутрь, мы всего лишь коснулись доступа к информации, да? Мы всего лишь сместились вовнутрь, мелочи жизни, да? Мы еще даже глубоко не ходили. Но уже для многих произошло зависание. Давайте сейчас как-то отрегулируем настройки нашего восприятия. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья.